Ох, какая мадмуазель. Привет. Hello. Шеф. Я не подготовился. Лисенок. Привет. Привет. Ничего себе у тебя рукопожатие. Ты чего? Серьезно, да что ты? Армрестлингом занимаешься? Женские нежные ручки. Женские нежные ручки? Конечно. Чуть руку мне не сломала. Ни разу никому не ломала. Да, серьезно? Мне нравится твой лук. Вот я сейчас видел тебя, как ты идешь. Мне нравится твой лук. Тебе очень идет. Это же разгрузка называется? Ну, это специальная изящная дамская сумочка. Угу. Практически от Louis Vuitton. А что Но можно? Не совсем. А что? Ну, там же что? Это же не имеет какого-то специального предназначения, то есть там же может быть все что угодно. Ну, в принципе, да. В принципе, там можно хранить деньги, лук, чеснок, проездные карты. А лук, чеснок, чтобы отпугивать или приманивать кого-то? Мизинец врага. Мизинец врага? Ну, теперь я понимаю, почему у тебя рукопожатие такое, но на всякий случай. Но я ж пока еще не враг твой. Ну, сейчас, по крайней мере. Ну, я прячу мизинец. Пока не спросил, не был. Ну, я буду иметь в виду. Мизинцы – это вот для маленьких кармашков для мизинцев. Если ты будешь меня злить, я тебе подам условный знак. Какой? Ну, например, такой. Хорошо. Ну, или нож вытащу. Ты поймешь. Блин. А если ты мне очень понравишься, я могу что-нибудь вытащить? Тоже для сигнализации того, что ты мне очень нравишься. А что есть? Ну... Что давай мы не будем сейчас уточнять, что, но ты поймешь, что я это вытащил. Чего? Ну прям. Я не люблю сюрпризы. Не любишь сюрпризы? Давай обрисуем круг возможных. Круг возможных вещей для вытаскивания. Скажи, а вот мне вот очень интересно, ты вот чем занимаешься? Вот по виду ты такой, мне кажется, творческий человек. Вот. А, да ладно. Да. Расскажи, пожалуйста. Знаешь. Жутко творческий человек. Вот уже 21 год занимаюсь музыкой. А всего тебе? А мне чуть больше 18, 18 хвостик. А как ты еще 3 года умудрилась музыкой заниматься до рождения? Магия, мэджик. Магия. Это... Ну, я говорю, 18 хвостиком. Я сразу-то не понял, а сейчас как понял. Да, ну ясно. И продолжай. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас моментальные, реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Вот. Угу. Я старый пианист. Старый как пианист, но не старый как человек. Вот. Работала 5 лет в ресторане пианистом, развлекала людей, играла на белом рояле на сцене. Пою на корпоративах, свадьбах, юбилеях, в ресторанах, на улицах в Питере. Если меня не приглашают петь, я пою в караоке. Плачу за это сама. Не могу не петь. После той жути, которую ты нагнала, я сейчас готов был услышать в перечислении мест, где ты поешь, еще похороны. Но, слава богу, не услышал. То есть, все-таки не так все жутко было. Не, пока у меня не было такой идеи. Не было, я понял. А что можно спеть на похоронах? Не будем этой темы касаться. Скажи, а ты прям поешь? Ну, прям пою. А я вот прям не пою. И мне все время было интересно, скажи, а правду говорят, что можно, ну, типа, зайца курить научить, да, и любого человека, неважно, есть у него вокальные данные или нет, на определенном уровне, ну, не каком-то там, а вот на уровне караоке можно научить петь. Ну, то есть это как-то не обязательно врожденное, это можно обучиться этому. Это правда или это все фигня, если человек... Есть только человек? Одно качество. Так, очень интересно. Которое не позволит тебе научиться петь никогда. Так. Слышишь меня, что я говорю? Да. Значит, ты можешь научиться. Ах, вот оно да. Что. Глухота. То есть, когда говорят, что нужен слух, это не тот слух, который... А тот да, слух, который слух. Просто надо... Да. Вот, а чего же они так всех
накидывают себе, да? Немножко подудрочу. Музыкальный слух – это координация слуха и голоса. Координация слуха, да, и голоса. То есть, так, вот ты просто соотносишь те звуки, которые ты слышишь, так, с тем, которые ты издаешь. Так. И задача преподавателя по вокалу или по сольфеджио вот эти вот два твоих слух и голос скоординировать, чтобы они работали вместе. Вот как спортивным гимнастом координирует их тело. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты можешь какой-то мне урок дать, может быть, какой-то примитивный, для того, чтобы я, ну, как-то вдохновился, может быть, у меня получится спеть что-то? В принципе, да. А если без принципов, просто да, можешь мне какой-то урок дать, чтобы я вдохновился? В принципе, без принципа, да. Ну, давай. Ну, давай. Давай. Час у меня стоит сейчас 5000 рублей. Урок. Так. Комфортная цена тебе? Когда я слышу такие цифры, мне слово «комфорт» не вяжется с ними никак. Ну, то есть, я... Давай так. Так. Ты вроде парень прикольный. Расскажи мне какую-нибудь интересную историю. Вот расскажи мне историю своей татуировки. Я тебе сделаю скидку 50%. Скидку в 50% в историю моей... Ну, если интересно, расскажешь. Так, слушай, хорошо. Если я сейчас все возьму, то, что мы сейчас успели с тобой обговорить, и интересную историю моей татуировки, у меня есть встречное предложение. Я здесь недалеко от бабушки квартира досталась. Угу. У нее там шикарный, я не знаю, пианино, наверное, которое без жопки. Да что ты? Нет, я тебя спрашиваю. Наверное, пианино, которое без жопки. Без жопки. Это рояль, это который вот рояль такой с жопкой, да. А это без жопки. Какое-то старое, там по-немецки что-то написано, там Шиндлер, Шмындлер, неважно. Возможно. Просто, может быть, я сыграю какой-нибудь собачий вальс, а ты, может быть, что-нибудь споешь в мой микрофон. Твой микрофон? В мой микрофон. А какая модель? Слушай, модель не знаю, но достаточно габаритная. Угу. Ну, то есть, не детский угу. вариант, уже такой ближе к профессиональному. Угу. Как у него с прокатом, скажем так, микрофон? Слушай, ну ты знаешь, он, конечно, БУ, но не сильно. Угу. Не сильно. То есть в рабочем состоянии, вот так вот, как шумка обычно. Шумка есть? Заедем, я думаю, что возьмем, конечно. Шумку обязательно. Где с музыкальным магазином поблизости? А вот ну, здесь у метро, прям за ним там. Это я решу. Нам главное принципиально договориться. Угу. Да. То есть, если вот был бы вот такой вариант, меня бы он очень сильно бы устроил. Угу. Да? Потому что выглядишь ты, вот лук у тебя отличный. Но ты знаешь, как было бы прикольно, если бы вот мое сознание поняло, что и внешность, и то, что под луком, просто вот гармонирует между собой, понимаешь? Угу. Вот так. Предложение. Так. Интересное. Так. Ты сказки читал? В детстве или вообще? В детстве вообще. Ну, было дело. Вот знаешь, наверное, постоянно там герои говорят такие, ты меня сперва так, напои, так, накорми, баньки выпари, можешь меня не пороть в баньки, этот пункт я сразу убираю. Моя кожа. А потом уже и пианинка без жопки. То есть у нас получается путь к моему вокальному... Мы артисты, существа нежные. Так. Нам нужно сперва физическую пищу получить, а потом уже духовную. Так. Угу. Ну, то есть путь к сердцу творческого человека, как и путь к сердцу мужчины, лежит в том числе через... Ресторан. Ну, назовем его так. Пусть будет так. Пусть будет так. Хорошо. То есть ты все-таки считаешь, что нам необходимо именно это. Но ты знаешь, я тебе могу сказать вот как есть. Я подготовился. Я подготовился, я знал, что... Ну, статистика вещь неумолимая. Угу. Я понимал, что с вероятностью хреново тучу процентов ты все-таки захочешь именно вот по этому сложному пути через рестораны. Блин, ну я вижу, что парень умный. Глаза умные, татуха умная. Татуха умные, глаза умные. Татуху, да, подарили, а глаза взял поносить у мамы. Ей сейчас ни к чему, она дома просто в отпуске. Вот.
А, да, у меня умный человек. Образование и все такое. И я к тому, что я подготовился, знал, что так все произойдет, и у меня есть для тебя настолько охренительное предложение. Я уже охренела. Погоди. Такой буквы О. Погоди, мне надо успокоиться. Так. Давай, продолжим. Что мой микрофон станет привлекательным без дополнительного промоушинга, как правильно? Промоушен дополнительный моему микрофону не понадобится. Вот знаешь почему? Все померкнет. Свет выключится только на ощупь. У тебя будет вот такая реакция. Ты готова? Не уверена. Это слишком. Ты думаешь? Слишком амбициозно звучит, мне страшно, честно. Нет, подожди, ты готова? Вот сядь ровненько. Вот так вот сиди, спокойно, закрой глаза, сиди. Подглядывать можно? Нет, не нужно. Ну, иначе эффекта вау не будет. Та-дам! Открывай! Смотри, что есть! Сахар! Тростниковый! Сахар? Нерафинированный, кристаллический! Чего? От сердца отрываю да тебе! Да ты охренел! Ты серьезно? Это мне? Серьезно? Это мне? Да. Все вот это мне? Это целиком килограмм сахара и все тебе! Но подожди, это не просто так. А чем твой мокрый? Он не мокрый, он тяжелый. Нет. Я тебе отвечаю, попробуй. Нет, он не мокрый. Он чуть-чуть слипся. А знаешь почему? Почему у меня слипшийся сахар? Он слипся, потому что мне пришлось его вырывать из липких рук бабок, которые, извини меня, сейчас знаешь где? Лучше не знать, где они сейчас. Что мне пришлось с ними сделать, чтобы забрать этот сахар? Чтобы он достался мне, знаешь, вообще... Зайди в любой магазин, ты посмотри, ты можешь сахар найти? Любой, неважно. Уйди, а я тебе тростниковый, коричневый, хорошо, дорогущий, да. И еще ты его хрен купишь где? Серьезно? Тебе. Чего? А, подожди, это же не просто так. Мы путь сократим сейчас. Ага. Нахер все эти рестораны, сувенирные, магазины. Пианино, я правильно понимаю? К микрофону. Микрофон без пианино нахрен нужен, погоди. Ну я думал, что все-таки сахар... Я что, буду акапелл петь? Сахар. Ты издеваешься? Сахар он как-то решит этот вопрос. Ты знаешь вокал акапеллы, это какой уровень? Ты знаешь, это сколько стоит вокал? Я не вижу реакции достойной на то, что я тебе вообще сейчас подогнал. Ты вообще понимаешь, что это? Это не просто я от сердца отрываю. Я раскупорил такие закрома, и мне через такое пришлось пройти. Ужас вообще, что через что мне пришлось пройти. Слушай, я честно очень ценю твой подгон. Ну? Но для пианино с микрофоном это очень мало. Ты знаешь, вот я когда тебя увидел, как ты шла, я сразу подумал... Ну, я скажу, как я подумал, хорошо, ты уже не бей только, дорогая сучка. Вот иду, думаю, ну вот дорогая. Конечно, ты думаешь, мне вот таким пакетом сахара купить можно, да? Подготовился. Валяй. Внимание. Глазки закрывать? Не надо. Сейчас уже можно не закрывать. Я, видишь, немножко сейчас вот так. Не специально, просто руку. Та-дам! Второй килограмм сахара! Смотри! Второй, два! Представляешь? 2 килограмма сахара тебе даю. По нынешним временам это считай... Блин, я не знаю, я... Пабло Эскобара знаешь? Погоди. Ты можешь им стать сейчас просто... Тихо. Мне надо осознать, погоди. Угу. Сахар и еще сахар. Я буду богата. Да ты уже богата. Ты понимаешь, что за сахар... Ладно, кроме шуток. Я реально тебе отдам этот сахар. Пошли, ну, поедем, потусим. Вот, я дам тебе возможность прикоснуться к... К прекрасному? Да, сахар оставишь себе. Ты представляешь, ты завтра утром поедешь домой, придешь вот так и говоришь, выровнялись все! Все встали такие, смотрите, что есть! И просто из пакета засияет. Нет, ты представляешь, я приду домой. Так. Скажу. Так. Мама. Так. Ты знаешь, что у меня есть? Так. У меня есть... Сахар! И все на колени перед тобой упадут. А мама мне скажет, дочка, так. Почему так мало? Угу. Это что? Кто в семье добытчик? Я тебя для чего растила? Для чего кормила? Это что такое? Так, я вижу, что претендуешь ты уже не на столбовую дворянку, а на владычицу морскую. Да. Но я не Пушкин. Мы закапывать эту сказку в разбитом корыте не будем.
у меня есть для тебя что-то просто невероятное. И я думаю, что это предложение поставит точку в принятии твоего решения. Я больше чем уверен. Готова? Давай. Вот ты сейчас думаешь, что это будет? Третий килограмм сахара? Нет. Та-дам! Это соль! Соль? Ее тоже нет нигде, ни в одном магазине. Где ты это нашел, мать твою? Вот так. Я обошла 5 магазинов и не нашла вот это вот грёбаной пачки. Тебе надо было сразу. Ты обалдел? Тебе надо было сразу идти ко мне в машину, надо было сразу идти, и у тебя все было. И сахар теперь, и соль. Чувствуешь? От тебя всего-то требуется сделать вот так вот. Да. Да. Сказать, давай только недолго. И все, понимаешь? А у тебя руки холодные. Да. Да. Ну ладно, грей. А мою. Короче, есть тема. А историю моей татуировки. Так. Есть охуенный рецепт. Очень не люблю, когда женщины ругаются. У меня прям микрофон начинает так вибрировать. Ага. Ну ты сказала, охуенный рецепт. Какой ты снова сейчас сказал? Не надо так разговаривать. Ну продолжай. Ну продолжай. Так вот, есть классный рецепт. Как раз понадобится 2 пачки тростникового сахара нерафинированного, кристаллического, так. И полпачки соли, еще так. Половина останется. Так. Но для этого обязательно нужно заехать в один магазин, который называется... Как? Дикси. Хороший. Только в Дикси продается. Хорошо, не в Прадо, там, не в Картье. Ну, я не против. Ну, я понял. А что с Дикси-то? Ну, вот. В Дикси поподробнее. Короче, мы с тобой туда заедем. Так. Я возьму специальную приправку для того, чтобы приготовить это суперблюдо. Так. Согласен? Ну, если это суперблюдо, и мы все-таки дойдем до реализации нашего плана, ну, то... Ну, так а для чего все делать? Хорошо. Что от меня нужно? Так, от тебя нужно заехать в Дикси. Заехать мне в Дикси, да? Да, конечно. Так. Погоди. Сокровища кладу сюда. Так, аккуратно, осторожно, да. Главное, чтобы никто сейчас никто не увидел, а то могут грабануть нас сейчас. Не думай, чтобы ничего не упало. Так, так. Так, а мне нужно выйти позвонить другу и уточнить рецепт. Жди меня, и я вернусь. Точно? Береги. Ты точно вернешься? Береги. Ты посмотри, тут сахар и соль, как я могу уйти. Не обманешь меня? Давай, не прощаемся. Точно? Я по глазам вижу, ты честная, ты же не будешь меня обманывать? Береги. Хорошо. Смотри сюда. Ну ты далеко не отходи, чтобы видел тебя только. Ну все. Ну как же ты? Ну ах ты, вокалистка хренова. Вот, друзья мои, вот неужели бы вы, женщины, отказали бы мне? Да чё уж мне, любому мужчине за, прошу меня прощения, сахар 2 килограмма. Я, блядь, ставки повысил да некуда. И, сука, соль. Вы зайдите в магазины, этого нет. Этого нет нигде. Все запасы раскупорены, все уже кто мог, все бабки перекрошили друг друга, чтобы сидеть дома на 30-50-100 килограммах сахара. Вот. И вот это просто уже не то, что остатки, это как в фильме «Водный мир», кусочек земли. Это как в фильме «Книга Илая», глоток воды. Это просто нереальный дефицит. Это то слово, которое я вот даже не знаю, откопал где-то в голове. Это даже не дефицит, я не знаю, что это чудо. Это чудо. А она выкобенивается. Да я просто, если бы я был тёлкой, я просто бы только за то, чтобы у меня была возможность увидеть это глазами, бы дал бы уже всем погудеть в микрофон. Или сама бы погудела. Ну, не суть, короче, додумайте. Сахар и соль вакантны. Пишите мне в комментарии, кто готов меня приютить в Санкт-Петербурге. Привезу сахар и соль. Поиграем на пианино, попоем в микрофон. И проведем замечательное время. Потом сделаем себе чай, сука, с сахаром. И по-настоящему кайфанем. Девочку, как всегда, на оценку от 1 до 10. Мне вот такие нравятся. С характером. Эх, рукопожатие у нее реальное. Я думаю, они что, орехи колят, что ли? Наспор. В общем, лютая. Пишите. И не забывайте, у кого что есть.
Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.